Я смотрю, что вы, у вас такая цветовая гамма, вы ведь не договаривались, да? Нет, абсолютно. Нет, так получилось, нет. Что просто вот да, полный спектр представлен. Яркие люди должны да. ярко одеваться. А вы вас никогда не договариваетесь, когда едете вместе там, на пресс-конференцию, на эфир, кто что будет говорить, кто в чем будет? Ну, договоримся, конечно. Нет, кто что будет говорить, нет. Так, это... а кто в чем будет? Ну, все равно. Он и тут проговорился. Есть какая-то некая схема, потому что на пресс-конференции на любой нам нужно донести ту информацию, которая нам нужна. Неважно, там, если пресс-конференция посвящена домашним животным, мы все равно пропиарим там наш концерт будущий, новый клип или еще что-нибудь. Вот, а по поводу одежды, да, мы договариваемся, как бы, чтобы это было в одном стиле. Да. Но не может один прийти там в пляжной одежде, а другой, скажем, в смокинге. Ох, как многие бы хотели посмотреть на вас в пляжной одежде. Пусть приходят на концерт к нам, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».